Привет, дружочки-пирожочки. Необычный ракурс, потому что нам не терпится, потому что нет просто возможности больше ждать, так как у нас посылка от подписчиков. И это первая посылка за, во-первых, долгое время, а во-вторых, за все практически, потому что было от закупыча. И нам не терпится открыть, говорю нам, потому что с вами сегодня здесь я, товарищ Папаня. И товарищ Ваня. Потому что нам очень хочется посмотреть. Я хотел, думал, один посмотрю, но нет. Посылка была замечена товарищем Ваней. И все. И теперь мы снимаем здесь. Поэтому звук, голос, все вот это вот видео и вот это вот все, оно будет таким, каким есть, потому что снимаем дома. Но нужно сейчас снимать. Что, давай, говори. А, ты хочешь зрителям сказать что-то? Ты хочешь зрителям что-то? Угу. Зрители, кто смотрит это видео, всегда поставьте лайки. И от этой посылки у меня скоро голова взорвется. Да, друзья мои, вот это как бы, ну, кто хотел, сказал Иван. Давайте распаковывать, смотреть. Посылка действительно интересная. Что в ней, я не знаю, даже от кого не знаю. Если вам тоже хочется прислать что-нибудь, то информация об этом в описании под этим видео, куда присылать, что можно присылать. Итак, тут подпись, что это МД и Петька, и это из Новосибирска. Данный адрес я не буду показывать, так как обещал. Но если там будет какое-то письмо, канал или указание чего-то, обязательно зачитаю. Что ж, давайте открывать. Итак, открываем посылочку. Сейчас узнаем, что там внутри. Внутри коробка. Картонная коробка. Я много-много-много раз... Так, тоже осторожно. Да? Много-много раз говорил, что хотелось бы какую-нибудь посылку. Закупыч нам прислал очень крутую посылку. Но это Закупыч. Это блогер. Валюша Милая и Закупыч они, точнее, присылали. И, соответственно... От них это было. А это от подписчиков, и также вы можете прислать. Совершенно не против. Я буду, если захотите. Вот я его звал, думал, пришлете. И пока ничего не присылали. И вот кто-то наконец-то так. Я счастлив, так я рад. И Ваня тоже. О! Там что-то написано. Здесь написано товарищ Сафронов. Товарищ это Сафронов. Ты. Это я. Так, вау. МД Бокс, ничего себе, логотип тут, это канала может быть, МД Бокс, это может быть канал, не знаю, может быть это тоже какой-то блогер, может быть это какой-то канал, сейчас мы все узнаем, если это канал, то обязательно я ссылку размещу, если уже не разместил. Так, открываем и смотрим, что внутри еще, посылочка, итак, наставьте, вау. Вау, ничего себе, смотрите. Подожди. Смотри, тут такая вот сверху. А, я люблю такие штучки. А давай прям в них будем доставать что-то. Вау, ничего себе, смотри. Что прислали? Давай смотри, что прислали. Треснутого прислали. Прислали треснутого. Его же не продают, но да, прислали. Это просто круть. Это просто праздник какой-то. Давай сразу откроем. Давай сразу открываем. А чего ждать? Да. Сразу открываем. И там у нас треснут. О, Аленка, у нас ее нету. Ничего себе. Есть. Есть, была, да? Да. А я думал, не было. Аленки у нас не было, по-моему. Было. Была? Да. Ну ладно, все равно так. Давайте посмотрим, что внутри. Точилка. И это Аленка, ну очень круто. Аленка, а я не помню, если честно, что у нас было. Можно я тебе предоставлю? А может быть, в кадре у нас не попалось. Где-то потом. Это... Да! Это у нас начивочки, друзья мои, начивочки, которые вы, если не видели видео мои, то посмотрите, это начивки. Так, давайте посмотрим, какая попалась начивка. Вау, такая, этого, Капитана Марвела символ начивка, так, и еще чего. И какая еще, опа, и Стражи Галактики логотип. Жалко, что не перчатка. Ну, конечно, не перчатка Таноса. Так, давай еще смотреть, что еще есть. Ух ты, ничего себе, смотри. А какое-то... что за яйцо? Яйцо. Так, яйцо, вау. О, это с... Который я показывал... О, нет, это из головоломки. Точно, это страх.
его да. зовут Страх. Один из страхов, да, я не помню как. Короче, это из головоломки, ничего себе. Кто-то сделал... Парень, где веселый, грустный. Да, киндер-сюрприз нам. Так, что еще? Холодное сердце. Вот такой вот. Праздник с любимыми героями, то есть перекрестка из акции. Так, открываем. Ты только камеру не сверни, стол сейчас. Хорошо. Так, давай, открываем, смотрим. И тут попалась Эльза, по-моему. Ну-ка, а тут можно так открыть, этот, по-моему, было. У меня, кстати, на канале он как-то мимо прошел. Ну-ка, дай мне, пожалуйста. Вот, это Эльза. Та еще... маленькая, которая заразила. Помнишь? Я, сейчас слово, я не очень смотрел. Но это, в общем, которая была ледяная, вот, с ледяными способностями. Можно я теперь? Давай, ты что-то видишь? Что-то видишь? Давай, доставай. Ого, вау, ничего себе. Из Дикси. Прыгскокеры. Эта акция была в Дикси, когда... Это у нас началась коробка с акциями. Классно. Это были такие вот, выдавали сюрпризы прыгскокеры. В общем, с разными... А, вот эти у меня какие-то были. Да, ой, это такой классный. Мне кажется, такой есть или нет. Ну, я понял. Тут два варианта. В общем, вот так вот их нужно было ставить и... А, у меня есть такие. И они вот так вот улетали классно. Очень крутой прыг-скокер. Так. Опять ты, давай. Так, что там у меня, да. Давай, так, что-то я хочу тебя понять. Я что-то там прощупал. Давай. Вот достаю. О! Ой, ничего себе ты. Это самое... Вау, а там ничего себе много всего. Сколько много всего. Начивки. Собери все знаки суперсилы. Оу. Смотри, тут логотип канала. Ничего себе. Кто-то сделал альбом. Ну-ка посмотрим. Давай. Вау. А тут внутри что-то лежит. Давайте посмотрим. А, это бумажка, что... Инструкция. Смотри на оболочку, если не заметил. Начивки нужно клеить на прозрачной странице. Это же кто-то сделал журнал. Ничего себе. Для этого, наверное, стоит отдельный ролик, как я вклею и покажу. Слушайте. Для повторок и билдов. Ничего себе, какая круть. На это я сделаю отдельный ролик про начивки, коллекционный альбом с начивками. Ой, я так хочу перетаскутаться, но уже нельзя. Но это если только кто-то что-то пришлет, может быть, нам какую-то, которую уже зарегистрировали, сработали, потому что их вкинули очень много, но уже никаких призов с перчатки не будет, правильно? Поэтому... Да, потому что все уже... Раздали, да. Да и если... Никому не получили. Ну, я думаю, да. Так, смотрите. Во-первых, это крафты, то есть самодельно. Человек сделал сам альбом. Сам. И тут разместил картинку с товарищем Сафроновым прямо здесь. С начивками. Представляете? И нужно клеить вот сюда. Тут подписано все. Енот Раки. Короче, очень крутая тема. Так, вот давай открывать. Кто-то очень рукодельный. Так, да посмотрим, что у нас здесь еще. Это Тор. Маленький чиби такой Тор. Малыш. Да, есть фигурка. Обязательно вклеим их туда. Нет, мне прям хочется ролик отдельно сделать про это. Сказать, что ничего себе. Вот что у меня есть. Так, еще есть начивочка. Посмотрим, какая. Мы еще ни одну там не открыли. Одну не открыли, да? Да, там. Ой, где-то. Извиняюсь. Так, это у нас это черная вдова, розовая такая симпатичная милашка, мордашка. Так, а здесь какую мы не открыли-то? Вот эту. Вот эту? Нет, нет, другую вот эту. Вот эту? Кажется. И открываю. А, да, точно, это Дракс. Логотип Дракса. Так, логотип Дракса есть, это есть. Что ж, давайте дальше, погнали начивки. Что еще? Ого! Скрепыши 2021. Вот это креативно кто-то придумал. Ничего себе сделать. Скрепыши 2021. Это новые, типа, скрепыши. Что, вышли новые? Да, видимо, да. Ну, для нас специально подписчик сделал. Тогда посмотрим. Давайте посмотрим. Так, там какие-то... Ух! Прикол. Это не скрепыш.
Это, ну, это же прикол. Ты же... Да, но это, ну, прикол, что там пишут скрипыши. А тут пони, не, вот такие, а возможно... Это пинки. Да, слушайте, возможно, будет в будущем, будет, понятно. Возможно, будет, и действительно такие, почему мы не знаем, может быть, они будут новые. Слушайте, я хочу найти письмо, вы меня извините, если должно быть что-то, письмо но или что. Сейчас нет, сейчас я хочу найти письмо. Письмо, письмо, где ты письмо? Вот, сверху уже лежит письмо. Сейчас мы будем зачитывать, друзья мои. Зачитываем письмо. Итак, мы посмотрели как раз, и теперь зачитываем письмо. Так, тут только не видно вам. Товарищ, здравствуйте. Пишет вам МД и Петька. Я отправлял посылку закупчику, он сказал, почему я не отправил посылку вам. Получается, исправляюсь. Примите посылку. Акция ночевок закончилась, шлю эксклюзив для вас. Все остальное для интересной распаковки. Если кто-то захочет себе такой эксклюзив, пусть переходит на мой канал к ролику про него. Канал, видимо, МД и Петька. Я думаю, это уже не написано. Но я, если узнаю, уточню, обязательно в описании смотрите, конечно же. Так, подождите, давайте уберем вот эту вот штуку. Вау! Слушайте! А ведь давайте сделаем так. Слушай, вот тут сколько сделал канал МД и Петька, сделал скрипачи. Давайте их распакуем. Амонкасики! А? Амонкасики! Амонкасики, сейчас посмотрим, что тут еще есть. Давайте выложим. Значит, здесь... А дайте все быстро. Нет. Сейчас, подожди, скрипышей мы сделаем отдельную распаковку. Я думаю, они будут прикольные. Как раз с этим роликом сделаем прямо... С этой посылкой, с этими подарками сделаем ролики. Во! Ничего себе, здесь есть эксклюзивный какой-то... МД, вот это мне хочется... А, наклейки, МД, наклейки. А есть еще информация? МД и Петька. Ничего себе, смотрите. Это что за наклейки? МД клейки. А давайте посмотрим. А вот это хочется посмотреть. Я даже не знаю, ой, так все классно сделано, что не хочется портить. Вот этот человек заморочился. Вот этот человек сделал. Подождите. Со своими руками. Да. Так, ух ты. Ух ты, это наклейки, смотрите, с губкой Бобом, не Angry только... Birds, какое-то мороженое прикольное, Джокер, Эльза, Человек-паук, ТикТок. Амонгас, мой любимый. Вот видите, дети любят Амонгас. Так, Амонгас. Амонгас это игра, выходи из нас, игра, выходи из Амонгас, выбирай этот заказ. Допустим, надо посмотреть, что ты смотришь на YouTube. Так, давайте посмотрим, что здесь есть еще. Марио. Йо-Марио. Пицца, наклейки, Эльза, чувачок какой-то, Спайдермен, опять ТикТок, Among Us. Железный человек. Очень крутые наклейки, я обожаю такие наклейки, они качественные, классные. Так, скрипыши здесь, это вот здесь. Спасибо большое, человек, ты очень-очень МД, МД и Петька. Очень-очень-очень крутые штуки делаешь. Нет, две было. А, там вон еще есть, да. МД клейки. МД... А если еще там? Еще МД клейки? Да, еще МД клейки. А, еще МД клейки. Обзор МД клеек. Давайте я МД клейки тоже на отдельный ролик. Сделаю еще отдельные ролики. Нет, только этот, пожалуйста, только этот. Сейчас хочешь распаковать все? Нет, вот это я хочу распаковать. А, сейчас это, сейчас здесь. Ну, хорошо. Ребенок просит, я не могу отказать. Потому что тебе тоже интересно. Ну, мне, конечно. Так, ладно. Давайте посмотрим еще какие наклейки. А, губка Боб и Патрик Пираты. Класс. Да, сейчас я приближу чуть-чуть, чтобы вам было получше. Бравл Старс. Бравл Старс, Angry Birds, Звездные войны, мороженое. Пикачу. Пикачу. Очень крутые, отобрал наклейки. Это очень классные МД-клейки. Так, это такая вот необычная Эльза. Это, как его, Колосс, нет, Титан, я не помню, как его забыл. Смотрите, а как подобрано, да, везде есть Эльза, везде есть Among Us, везде есть ТикТок, и везде есть Спайдермен. И Among Us.
каждом паке этих наклеек. Так, продолжаем. В общем, народ, подходите, переходите на канал МД и Петька. Или приходите в гости. Приходите в гости к МД и Петьке, ну, на канал, естественно. Переходите и увидите, видимо, как-то он эти наклейки тоже распаковывает у себя или делает что-то такое, присылает, рассылает, я не знаю. Узнаете? Марио, котик. Вот, нет, вот, а, вот, да, котик, Марио. Такая. Ты как вот там, можешь мне кое-что дашь? Вот это? Я сейчас тебе все дам. Angry Birds, нет, другое. Да. Смотри, да? Смотри, я же говорил, TikTok и Evangas. Да. О, наклейки, это прям наборы наклеек четкие. Вот это кто-то делает прям, это, я бы даже сказал, не просто там своими руками, это как производство такое уже практически, домашнее производство. Вон я тебе достану. Да, держи. Держи, доставай. Опа. Это какие-то тут злодеи уже. Нет, это Человек-муравей. Это из Brawl Stars, по-моему. Это из Соника. Это из Соника. Это какой-то зеленый напиток. Это из Пикачу. Пикемон. Значит, опять Эльза, Мстители, Человек-паук и... Эмангас! Да. Предатель! Йо! Вау, друзья мои, ничего себе. Давайте посмотрим, что еще. Еще много... Эмангаса, Эмангаса! Так, начивки. Начивки оставим до акции... Ой, до обзора журнала я распакую, потому что будет интересно. Не забудь со мной. Да, хорошо. Акция у нас закончилась. Ну, посмотрим, с тобой или нет, потому что... Еще эти хочу. Но я в журнале наклею, может быть, вместе со своими. Может быть, вся коллекция у человека прислала, может, там всю коллекцию, потому что повторок не было. Всю? Ну, не знаю, надо посмотреть. Посмотри, тут Дракс, вот, например, отклеено. Тут есть Дракс. Очень классно. Так, давайте посмотрим, что еще. Вот еще вот эти вот маленькие яички. Вот эти маленькие. Можно я их разобрю? А? Вот так, бинг. Подожди. Маленькие яички. Пожалуйста, маленькие яички. Посмотрим, вот так я сейчас все выложу. Подожди. Это вот такой, смотри, типа прыгун еще. А он, мне кажется, большой, только улыбчивый. Да. И... Оу, бум, очень круто прыгает. Поднимай. Мне очень нравится этот прыгун. Это большой футбол, эта акция была в Пятерочке, кстати, очень крутая была, ну, прикольная акция, настольная игра, и кота была с футболом, и катались вот эти вот мячики, классно. Ну, давайте в рамках этой распаковки откроем, покажем вам, что в этом. Так, вот, такой вот мячик с шариком железным. А, я видел такие. Да. И вот здесь можно наклеить какую угодно наклейку вот сюда. Ну, вот эту вот. Тут. Ну, интересно. Пожалуйста, нащивки мне, пожалуйста. Сейчас, подожди, подожди. Терпение. Все, терпение, мой друг. Так, что здесь есть еще? О, пластилин, залипаки. Я не буду пока распаковывать, потому что они могут высохнуть. Но есть у меня подозрение, что залипаки, кстати, высыхают даже в упаковке. Давайте проверим. Смотрите, закрытая упаковка. Залипаки, акция перекрестки была. Очень классный этот пластилин, но он высыхает даже в коробочках и упаковке, насколько я знаю. Так, открываем. Бел. Достаем. И, по-моему, смотри, тут даже двойная упаковка, но, несмотря на это, он засох там. Он там засох, и у нас дома то, что были, оставались, мы покупали коробку новую, вот этих залипак, и они все засохли. Это прям залипакам нужно исправляться. Так, но акция была прикольная, и прикольные были штуки, и лепили, и мы тоже налепили всего. Так, бам, еще начивка, еще яичко, так, еще залипаки, здесь то же самое? Да, я посмотрим, какой цвет был. Здесь. Да. Тоже белый цвет и тоже засох. Класс. Можешь кое-что сказать? Давай. Да? Мам, смотри, я достал эту начинку и можно ее открывать. Потому что я ее нашел и можно открывать. Да? Да. Понятно, давай. Открывай. Так, и последнее докладываю сейчас. Вот. И вот еще.
Так, у нас тут акционная получилась штука. Вау, так, а это что? А я только их не видел. Из Окея. Так, сейчас показываю. Давай, анбоксер мой. Кассета. Слушайте, пока ни одной повторки не было. Ничего себе. Может, тут у нас вся коллекция? Может, вся коллекция, но... Не, да просто я хочу спектакль. Не запри! Не запри! Мстители! Стиратели 2. Акция в пятерочке, которая была одна из моих любимых. Давайте посмотрим, кто там. И там Соколиный глаз! Соколиный глаз попался. И видите, в акции в пятерочке были довольно очень крутые раньше. Но начивки, к сожалению, много попортили. Нет, акция прикольная была, но если бы не подход к ней, то... А вот это что такое? Последнее, что мы сегодня распакуем, это даже для меня загадка. Потому что это... Окей, свистолеты. А, это опять прыгуны, собери свою команду в Окей. Я такую не видел, акцию. Вау, это смотрите, это прыгун и еще и свисток. Вот это прыгун, то есть он так же прыгает. Ждем. Пу! И ничего себе поймал. И тут еще свисток. Суперфутбольная штука. Ну-ка давай, свистни. Класс. Ничего себе. Это как бибикли. Да. Вот, друзья мои, спасибо большое МД и Петька за крутую посылку. Вот эти начивки с альбомом «Яйца, сюрприз и скрепыши» я оставлю на отдельные выпуски, иначе мы будем это делать целый час. Уже интересно, так что ждите, ставьте лайки, чтобы быстрее эти распаковочки вышли. Заспойлерил один скрепыш, как минимум, и одно яйцо посмотрели мы. Вот, наклеим начивки сюда. Большое спасибо человеку с очень классными идеями и прямыми руками. Мы довольны. Да? Да. Да, мы счастливы, что у нас есть посылки, что у нас есть такие зрители, которые могут нам присылать. Если еще кто-то захочет, то можете присылать в описании. К сожалению, в письме не указано, ну, то есть, как бы, точно контакты какие-то. МД и Петька, видимо, канал. Переходите на канал. Ну, возможно, так называется. Возможно, у нас упали шахматы, друзья мои. Мы пошли их собирать. Спасибо большое всем за просмотр, за лайки, за подписки. И простите за видео, свет, звук и за все это. Просто нам не терпелось... Ой, все, я уже заговорился. Забыли ТикТок! А, еще одна наклейка. О, я же говорил, что в одной не было, как мне казалось, ТикТок, а вот нашли. Короче, стандарт, видите. Очень круто. Я вот все путаюсь, потому что меня действительно эмоции переполняют. Очень приятно получать сюрпризы, посылки. Большое спасибо вам, что смотрите. Большое спасибо МД и Петька, что прислали. А мы пошли собирать шахматы. Пока-пока. Эй, Вань! А попрощаться с народом. Подождите меня, подождите, не выключайте. Все, пока-пока. Все, пока-пока. Все, до новых встреч. Я хотел... Что хотел? Ничего не сказать, сейчас выключу. Давай все потом. Я хочу это все снять сразу в этот ролик. А, да мы снимем? Сейчас это доснимем, прямо сейчас доснимем. Сейчас? Да. Сейчас только сначала доберем шахматы. Да, давай. А то вдруг что-нибудь пойдет. Ну мы доснимем сейчас, а выложим попозже. Да. Это небольшой постскриптум зрителям оставим. Что? Зрителям оставим это небольшой постскриптум. То есть они знают, что мы снимем. И выложим как только, так сразу. Так что ждите. Помочь тебе шахматы собрать? Ага. Приветствую, это Сафронов. Важная информация для тех, кто досмотрел. Может быть, и тебе будет интересно, что у меня есть канал со стримами, подкастами, посиделками, которого только что закончился этот стрим. И приходи, это на канале Сафроныч. Мы здесь просто разговариваем, болтаем. Здесь этот стрим не ждет детей и гостей своих не крестит, как говорится. Песни в известные, естественно, потому что здесь разговариваем на взрослые темы, взрослые разговоры, в чате сидят взрослые люди. Если такой контент интересен, то приходи на канал Сафроныч, ссылочка в описании. Разговорные стримы. Жду тебя, вас всех в гости. Все. Вот.